Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, может доктор, который выполняет колоноскопию, увидеть опухоль? Ой, ну все же мы люди, и врачи тоже люди. И, конечно, бывает так, что если образование небольшое, а наша кишка – это не просто как шланг, которым поливают сад и огород, она еще, она как бы имеет такие вот валаны, такие куполообразные выступы. И когда изнутри их смотришь, получается, как бы есть часть этого купола, которая нам видна, а есть часть купола, которая обращена к нам задней стороной. И какие-то образования, если специалист не совсем как бы качественно и тщательно выполняет осмотр толстой кишки, он может пропустить, вот если оно находится где-то за складочками. Достаточно часто приезжают пациенты уже с выполненной колоноскопией, когда повторяют ее в специализированном эндоскопическом отделении, находят то, что не описано в том протоколе, который они привезли с собой.